Мне понравилось то, что я не одна была, то, что со мной был тренер, она меня подбадривала. Мне нравится, что у меня одежда стала велика, мне нравится смотреть на себя со спины, спереди, мне нравятся результаты, я думаю, что немножко я перфекционист. Мне всегда есть над чем-то работать, поэтому я думаю, что я буду добиваться вот этот результат, который я добилась.